всех приветствуем в Центре современного искусства «Аурум». В очередной раз собираемся для того, чтобы написать маленькую прекрасную картину. И хочу с вами поговорить по поводу, как мы единимся с нашим миром, в котором мы живем. Нас окружают животные, птицы, растения. Мы не одни живые на Земле. И вот как мы переживаем часто за птичек, которые зимой не могут найти себе корм. Помните, в детстве мы делали этим птичкам такие кормушки, да, и мы вечно рассыпали им какие-то зернышки. И старушки, и старички тоже любят это делать, покупают какие-то семена и просто идут и кормят птичек, которые не могут себе под землей найти корм. И запомнили, кто это делает? Дети и старики. Взрослым это делать некогда, они зарабатывают деньги, обеспечивая проживание своего рода. В общем-то, доброта сердца проявляется в детстве и в старости. Поэтому ловим эти моменты доброты, когда мы хотим кого-то согреть на этой земле, кому-то дать жизнь, кого-то защитить, кого-то накормить. И, в общем-то, сегодня мы это и будем рисовать.